Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же стримить с вашего iPhone на ваш YouTube канал. То есть, почему я снимаю? Я уже снимал этот ролик раз или уже может даже дважды и говорил о приложении Omelette Arcade. Вот, с помощью него мы сможем стримить. Если мы перейдем сюда, где мы уже ведем стрим, здесь у нас будет право выбора. Стримите либо просто на телефон, либо же сразу на Omelette Arcade. Переходим на это приложение и проводим регистрацию. У меня уже есть аккаунт. Вы просто регистрируетесь. Вводите ваши пароли. Вот, как у меня. Это первое, что нужно сделать, это вам прорегистрироваться под своими данными. Потом вы идете дальше. Плюсик, начать стрим. Вот, это понятно, как это будет работать. Вам нужно настроить. Но, чтобы вам транслировать на ваш YouTube канал, видите, здесь вы зарегистрировались, то есть, как я, через приложение, а нужно перейти в YouTube. Нажать «Войти» и, естественно, внести эти данные. Ну вот, после того, как я залогинился, все, нужно нажать «Готово». Все, начать стрим, жмем через YouTube, жмем «Дальше». У нас телефон переходит в вертикальный режим. Что мы выбираем? Это будет игра какая-то, либо же просто. То есть наложение ставить, не ставить это нам не нужно, мы его не будем ставить. То есть даете здесь описание. Пускай здесь, смотрите, как я играю в Omelette Arcade, тролля-тополя, это все будет то же самое название. Нужен этот значок, не нужен, активируйте и тому подобное. Здесь настройки простые, обычные, здесь ничего нету, задержки нету, все. Мы нажали «Готово». Все. Трансляция еще не началась, но наш стрим сейчас пойдет. Вот. Жмем «Начать». Выбираем Omelette Arcade. Включено. И мы уже должны стримить, по идее. Но мы стримим пока... Ну, мы стримить не сможем, потому что мы записываем экран. Так вот, да, дорогие друзья, действительно, я не могу сейчас постримить лишь по той простой причине, потому что я веду запись экрана со своего iPhone. Если бы я не вел, конечно, тогда мы посмотрели сейчас вам прямую трансляцию моего стрима. Но это все так работает, как я вам показал, делайте все последовательно по шагам, и у вас все получится. B2B Delivery – это ювелирная компания, которая предоставляет нам возможность вложить депозит на серебро и золото 338% годовых, 6,5% в неделю. Переходите на сайт, либо по ссылке в описании, заполняйте все ваши данные, пароль, ID менеджера, номер телефона. Затем переходите уже на свой сайт в личный кабинет, заполняете все оставшиеся данные, крепите карту, переходите в магазин, покупаете сертификат, и вы есть счастливым клиентом компании B2B Delivery. Живите в достатке. Если вы знаете какие-то другие способы или у вас не получилось, пишите мне, я вам обязательно в этом помогу. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!